когда, сорвав футболку с ее тела, на метлах ведьмочки кружили вокруг груди под розовым бикини. В крови бежали упыри, на бедрах нарезая резвые круги. Ниже пупка пахали черные летучие мышата, клыки которых стринги не скрывали, торчащие закровленные бездонные пасти. Пена украшена была звездой сатаны, крестился я, когда увидел острые концы, и черная гадюка выползала, двойной язык отпугивал соития желания. Бывал я в Третьяковской галерее, не видел там я подобных там произведений, считал я ляжков скамерных дам, только я видел там каллиграфические строки, отвали нахал, в тот странный миг, вожделенное желание, куда из головы не пропадало. А как увидел все твои узоры, я впал в мелохроническую кому. Послушай, Бикса, погоди. Пройду на тело, накрыв же творящие кресты. В таких узорах к тебе со страстью я прижмусь. Всю нечисть изгоню, с тебя я прочь. Поймешь тогда, что крест же творящий может сотворить. Припрыжку пули понесешься прочь, все под такие свои сводить. Трек закончился. Леший еще шел бессмысленно в так ритму. Не торопясь, размеренно, бесцельно. Пройдя по улице Воровского, он подбегнул стоящему статуе железного ствола. Оставшийся, отломившись, он минуты три смотрел на него, бормоча про себя. «Что, брат, холодно, вафку, наверное, хочешь?» Потом тронулся в сторону центра, свернул на Курчатова и на улицу Блюхера. Он постоял в тени сиротливого, стоящего, одинокого, безлиственного тополя, укрывшись от мокрого снега. «Да, погода не радует меня в мой день рождения», — сказал он сам себе. Впрочем, как и всегда, мокрый снег продолжал падать, невзирая ни на что. Видать, это был какой-то подарок природы на четвертую годовщину. Постояв относительно недолго для того, чтобы переждать капризы природы, а просто нечего делать, правильно сказать об безысходности, посмотрел, сплюнул и двинулся дальше. Зайдя в магазин, он взял немного воды и стремился в сторону дома. Проходя мимо контейнерной площадки, обратил внимание на картину, которую кто-то поставил рядом с контейнерными баками. Остановившись, Алексей стал ее разглядывать. На картине был изображен мужик На картине был изображен мужик в профиль синюшного оттенка. В руке он держал какой-то предмет, костюм, в котором был одет. Мужчина был моды середины 19 века. Картина была вся в пыли и паутине. «Да, это судьба мне преподнесла подарок на день рождения», — проговорил он. «Это знак. Надо забрать домой. Будет тру от рваных обоев закрывать на стене». С этими словами он взял картину и пошел в сторону дома.